доросла. Интересно, вот сейчас. Красиво. Красивая сидит. Олечка, привет. Как дела? Хорошо. Ой, как я рад, что ты сегодня будешь судить. Ну, я сегодня, значит, прокатаюсь с просто невероятным удовлетворением. Да, с удовольствием. Один. Ну, я тогда буду готовиться тогда. Я пришел просто так, как хочу краситься. А вы каким номером-то катаетесь? Мы катаем под номером 5. Ага, хорошее число. Очень хорошее. У нас такой номер, кстати, классный, кстати, правда. Да? Да, прям, я думаю, что тебе понравится. Уверена. Вот так. Всегда голая. Как такое выходит? А где можно эти видео посмотреть? Не, ну вообще был опыт просто так жить. Конечно. Снова мой любимый. Ну мне просто надо поменьше спрашивать и разговаривать с ней. Я снова здесь, но в этот раз я с этой стороны. Я понял, да. Буду ставить оценки, буду объективно всех оценивать. Вот, занимаю место. Вот эти все. Где-то вот одна вот есть точка подножья, просто сразу нарисуйте. Да? А вторая вот там, где Сашенька стоит. Ой, сидела бы в жюри. Мне прям понравилось. Конечно, иногда очень сложно, потому что бывают такие неоднозначные впечатления, и очень сложно их собрать в какую-то четкую оценку. А иногда прям сразу все понятно. Но вообще я, конечно, получила огромное удовольствие снова на льду всех лицезреть. Ну, в общем, здоровски. Я прям соскучилась. Где мои конечки? Сегодня у меня супер насыщенный день. После непростого, но очень интересного судейства на ледниковом периоде я приехала на шапку нашего классного проекта «Ивановы». Все, мы закончили съемки. Народ еще только подтягивается. И мы отмечаем финал нашего съемочного периода. И вот они там где-то спрятались. Вот Олечка здесь, а вот другие ребята где-то там спрятались. Ребята! Спасибо вам! Спасибо! Без вас, что нам не было!